Так вот, это я создал ИП. Мой финансовый директор говорит: Андрей Николаевич, давайте откроем в Тинькове. Заточен под баллый банк, известный, все быстро, просто. Сейчас в Сбербанке будем там миллион лет открывать, или ВТБ. Сейчас, дайте, достану платочек носовой. Блин, а где у меня платочек? Где-то его посеял. Ну ладно, короче, открываем счет, дают мне карточку, блин, я... Ну, в принципе, там, грубо говоря, там, мне 120 миллионов в год, моего дохода в ИП на жизнь хватает. Значит, перечисляют первые 20 миллионов на мой счет в Тинькове. Значит, примерно через 2 недели звонок. А в раз у меня что-то карта заблокирована. Значит, какой Тиньков, не хотите уволить финансиста своего? Вы про что, я не понял. Так вот, ровно через 2 недели у меня карту блокируется. Такой: здравствуйте, это ваш менеджер, извините. Служба безопасности вас проверяет, на период проверки карта блокируется. Ну, во-первых, значит, вы сначала проверьте, а потом открывайте счет. Они так сначала открыли, потом начали проверять. Например, вот вы мне заблокировали мои деньги. Значит, а у меня нужен срочный платеж по контракту. Я разорюсь из-за вас. Я не проплатил. На аукцион, допустим. Мне надо платить на аукцион. Я не вышел на аукцион и не купил объект. Значит, позвони инспектору нашему. Пишут, что вьетнамцы руки не моют и какой-то грязной тряпкой овощи вытирают. Что пошла и проверила сейчас. Ну, прямо сейчас пошла и проверила. Сейчас пойдем проверим. У нас не забалуешь у меня. Но сегодня уже написали, раскрыли на Rolls-Royce. Еще через неделю звонит опять кто-то и говорит: извините, вы не прошли проверку службы безопасности. Я, который в своей жизни получил кредитов 1 600 000 долларов, а может и 800, надо считать, каждый раз проходя проверку службы, я не положил деньги на депозит, а получил кредитов. Представляете, как меня проверяли все банки? Вот Сбера, ВТБ, Альфа, Росбанк, там их, блин, миллион банков. Я в 3 министерствах, замминистры и так далее, меня проверяли МВД и ФСБ. Я когда дошел депутатом в Мосгордуму, меня проверяли и ФСБ, и МВД. И я не прошел у сраного банка Тинькова, я не прошел проверку службы безопасности. Поэтому я в Фейсбуке написал, блядь, банк говно, блядь, пошли на не нахер. Слава богу, что у меня деньги, они мне мои вернули. Все.